mom had to go. Lay down on the bed, do the cry, baby. She ain't gave me none of that puss in a while. She had to put away, now I'm my way. Oh, you ain't gonna respond to my text. Oh, yeah. Want me keep on my diamonds and sex? What's your name? Keisha. King. Jazz. Jazz. Kira. Megan. Go. Lisa. Ashley. Ashley. Sierra. Sierra. She got her ass on the news with her ass in the air. Who that little bitch player? If her friends ain't around to record it, she been over, shake that little ass in the mirror. Сижу вот такая с чемоданом, обычный скучный день в ожидании в Европе. Короче, друзья, продолжаю свой casual европейский влог. Просто лежу тут и отдыхаю. Сама ничего интересного не происходит. Ладно, в общем. Ксюша, моя подружка, сказала, что нужно снимать на фоне Эйфелевой башни. На фоне своего чемодана. На самом деле... Так, все очки надеваю. Смешного мало, потому что чемодан тяжелый. А, вот. Я сегодня лечу дальше. Наслаждаюсь Парижем. Вот, я все помяла, потому что ночью не спала. И сегодня лечу дальше, короче. Вот. Что мне сейчас сказать, друзья? Это ничего, собственно говоря. Я не выкладывала влоги уже 100 лет. И еще монтирую влоги, которые вообще с июня у меня накопились. Но что делать? Так что путешествовать — это хорошо. Я, знаете, в Амстике уже прикипела такая уже, типа, да и ладно. Знаете, в Париже такая люди тоже прикольно. В общем, хорошего мне лета вообще. Друзья, я в своей классической уже одежде, дорожной, но всегда самое тяжелое надеваю на себя. Я в отеле, кстати, отель называется вот так вот, The Private Hotel. Если что-то не реклама, но я почитала отзывы, на самом деле неплохие. Хотя почитала отзывы тогда, когда уже забронили. Смотрите, здесь бесплатно сныки, значит, вот такие вот есть, что очень приятно. Отель новый. Здесь вот так вот, посмотрите, красивенько. Все. И здесь тоже все красиво отделано, как мы любим, русские люди. Не подвесное мыло, в отдельных баночках, так что можно его стащить. И он очень дешевый. Вот, друзья, всего лишь что-то туда ли 5 километров до аэропорта Стамбул. Стамбульского аэропорта. Что-то разучилась по-русски, короче. Короче, говорить. Вот здесь тоже, кстати, что-то есть. Короче, прикольно, очень мне прям нравится, знаете. Так что советую. Пока что, правда, жарко, но кондёр вроде как должен работать, судя по звуку. Я вся уставшая, поэтому я, мне кажется, уже просто уснула бы вообще где угодно, но вдвойне приятно быть вот в таком еще местечке приятном. Так
таксёрику я заплатила 15 евро, но мне сказали, что это даже дорого, что уже за 10 можно ехать. Так что вот. Что ж, друзья, хотела заказать завтрак, так мечтала про него, и его нифига нет. Вот заказала что-то, и у меня такое ощущение, что мне что-то не то принесли. Короче, принесли вроде как то, но, как бы, что называется, на картинке внутри немножко по-другому. Сейчас покажу. В общем, я заказала блюдо с баклажанами. Так, открываю этот лук. Какая-то вот эта штука, крупа. Но баклажаны вот здесь. Ну, как бы выглядит все не совсем так, как на картинке. И, конечно же, как турки любят, без единого соуса. Что я ненавижу, но... Что делать? Я на самом деле вообще не люблю турецкую кухню. Мне единственное нравится, наверное, суджук и, не знаю, какие-нибудь яйца с томатами. Так, конечно... Чисто все на гриле, вообще без единого соуса. Салат у них обычно тоже без соуса. Недавно со своим товарищем ругалась из-за того, что мы пришли, ну, просто поесть с утра хлеб, как голландцы любят, какое-то турецкое заведение соседнее. И у них никаких соусов, кроме кетчупа и майонеза, нет. А я заказала себе хлеб с бри. Я говорю, кто вообще ест бри с майонезом или, не знаю, с кетчупом? В общем, мы пошли... В итоге взяли свои соусы и вернулись. Короче, вот. Ну, завтрак у меня такой не очень похожий на завтрак, но что делать? Ну, вообще, конечно, я думаю, что надо было взять какой-нибудь супчик, потому что в дороге везти один хлеб. Я так чувствую, что если мне сейчас повезет, то у меня в самолете опять будет один хлеб. Ну, по крайней мере, покормят уже неплохо. Короче, еда. Она на самом деле сочная, знаете, но без всяких как будто приправ вообще, без соли. Без соусов. В общем, я, конечно, такое не люблю. Вот. Ну, что делать? Вот такой помятенький вид. Может, вам не так видно, но я какая-то вся припухшая, конечно, очень здоровье. Еще сутки добираться. У меня вот раз, кстати, была подружка. Месяца два. Вот. И она меня все время делала по турецким ресторанам. Как куда ни пойдем, она... Пошли в турецкий. И, в общем... В общем, мы все время туда ходили. И я думаю, да что ж такое? Я не очень люблю турецкие, но иногда вкусно, на самом деле, бывает. Но я, конечно, больше по европейской или по азиатской какой-нибудь кухне. Вот, такое не очень люблю. Кстати, подружка перестала быть потом подружкой, начала меня приревновывать к своим всяким знакомым парням. Ну, что я могу поделать, если они ко мне тянутся? Вот, так что подружка потом перестала быть подружкой. Это уже другая история. Я еще хотела рассказать вам про один челлендж. Я некоторое время... Мне нужно было все время доставать тяжелый велосипед. Я думаю, что я буду сама его доставать. И я каждый раз, когда надо было его достать, просила каких-нибудь парней. Вот, это был прикольный челлендж, потому что каждый раз... Ну, вообще, в принципе, всегда помогали. Даже один раз парень был с больной ногой. Такой красавчик накачанный. Оказалось, что у него только что пришла какая-то операция на колене. И, в общем, он мне все равно помог. Даже, мне кажется, только один раз отказал мне тогда парень, когда он вообще не понял, что я ему сказала, потому что он говорит, что он не говорит по-английски. В остальных случаях все помогали. То отец сына. Кто еще был? Один какой-то был такой модель, прям молоденький мальчик. Такой красавчик. Короче, я все время старалась выбрать кого-нибудь симпатичнее, но кто попадался, так сказать, под руку. В общем, развивалась из женскую энергию. Короче, я пошла есть и собираться, потому что мне уже скоро вылетать. Пошла прекрасный свет. Почему я раньше здесь ничего не снимала? Ах, в общем, я сейчас уже собираюсь в аэропорт. Мне еще тогда уже вообще надо быть, как бы. Но я что-то не тороплюсь, я такая уже вся начали на расслабоне. Мне еще сегодня день добираться. Только завтра рано утром прилетаю в Челябинск. Через Москву, блин, куча пересадок, как обычно. Ну, в общем, хорошего мне пути. Увидимся. Я заметила почему-то, когда я одна... Я больше хочу записывать всяких видосиков, чем если я не одна. Ну, в смысле, имею в виду, если я с кем-то нахожусь, с кем-то живу. Вот если я где-то в отеле путешествую одна, мне хочется что-то записывать и говорить. Когда я с другими людьми, мне ничего не охота делать. Вот так. Короче, поехала, полетела, точнее. Я так что-то начала снимать, думаю, ну, в принципе, довольно свежий. Я все-таки поспала немножко. То ли припухлость моя начинает отходить, но глаза, короче, у меня уже такие... Ладно. Почему я все время вообще ною? Про то, как я выгляжу, это нормально, потому что я в пути. Я в аэропорту почти уже. Короче, я в перелетах. Сейчас, знаешь, что хотела сказать? Я хотела сказать, что я что-то реально начала русский забывать. Мне кажется, я тоже где-то, может быть, даже говорила.
мне как-то уже непривычно говорить по-русски, и, ну, поскольку я жила в этот раз в Амстердаме, в основном, и почти все друзья у меня теперь англоговорящие, то как-то я очень мало разговаривала по-русски, и, в общем, мне прям как-то даже непривычно, на люди, знаете, встречаешь кого-то из России, начинают говорить по-русски, и ты такой, ну, короче, как-то даже какие-то странные фразы говоришь, потому что как-то уже отвыкаешь. Вот у нас сегодня, ну, сейчас у меня отель, оба ресепшениста, девушка и парень, говорят по-русски, и мне прям как-то некомфортно разговаривать, я даже не знаю, как правильно сказать. Такое странное, знаете, ощущение, на самом деле. Короче, все, я приехала. Боже, друзья, я сейчас просто не знаю, у меня такого момента, я перепугалась, но я не могла найти свой паспорт. Я начала все искать, все рыть, и нигде его не было. Потом я подумала, что, по-моему, на ресепшене вчера я его давала. И, короче, мне его просто не отдали, блин. Если бы я не спросила, меня бы его, походу, вообще никто не отдал. Как вам это нравится? Приветики, друзья. Это снова я. Как-то я не так выгляжу, как обычно. То ли то, что лавандой смылась. У меня тут все уже спать легли, 12 ночи. Но хотела немножечко сегодня вам рассказать, пока вот свежие ощущения. Я недавно вам рассказывала в Инстаграме, что я пошла к психотерапевту заниматься. Вот, и обещала рассказать про свои впечатления, собственно говоря. Для меня это было вообще впервые занятие с психотерапевтом. И мне многие подруги мои советовали уже давно сходить, типа ля-ля-ля, но я что-то как-то все не шла. И вот решилась таки. И было очень классно. Оставлю, кстати, вам все данные своего психотерапевта, кому интересно. Она также проводит практикум. Вот у нее скоро будет практикум, кажется, называется, про сепарацию с мамой. Короче, ссылки все оставлю внизу, если кому-то интересно, и также ее контакт. Вот. В общем, у нас почти 3 часа мы сегодня проводили консультацию. И в очень удобном формате, на самом деле, для меня. То есть можно и по видеозвонку было общаться, можно было по аудиосообщениям, но я решила по аудиосообщениям. На самом деле, в том числе, я подумала, что будет полезнее потом переслушивать, потому что у меня сейчас на самом деле голова немного круглая, я очень много запоминаю информации, поэтому периодически я какие-то вещи забываю. Поэтому я решила, что если будет аудиосообщение, то, по крайней мере, будет проще что-то переслушать, где-то что-то, вы знаете, иногда полезно, и не с первого раза можешь что-то услышать. Поэтому для меня это было удобнее. Вот, и так можно говорить и по видеозвонку, собственно говоря, как ему удобнее. И, в общем-то, конечно, только первое занятие, но мы проработали много всяких проблем, ситуаций, и, в общем, много чего проговорила. Вы знаете, что у меня полный хаос, hot mess. Это я. Вот, очень много непоняток по всем фронтам в жизни. И, в общем-то, многие вопросы мы разобрали, как и про отношения, про то, каких парней я выбираю, что не так в моих отношениях, каких-то, почему я не действую по определенным вопросам жизни, почему я до сих пор не переехала. Даже что-то с эзотерикой мы на самом деле в том числе обсудили. И я пришла к тому, что, ну, те вещи, в которые я, в принципе, тоже верю, да, какие-то знаки и так далее. Вот моя, собственно говоря, психотерапевт, кстати, она с высшим медицинским образованием, вот она тоже в них верит. И что-то где-то она вскользь говорила, и я говорю, о, я тоже в это верю. Ну, короче, много чего обсуждали. Вот, и, в общем-то, было, конечно, полезно, очень такое приятное чувство, интересное, опять же, что-то новое для меня. Я тоже говорила, что я сейчас вот пробую какие-то новые вещи в жизни, что-то новенькое, интересненькое. Как-то изучаю себя, свои ситуации с разных сторон. Иногда человек может сказать тебе что-то, то, что, казалось бы, ты уже знаешь даже, но когда говорят со стороны люди, да, обрисовывают твою ситуацию под другим углом, ты уже как-то это слышишь и больше понимаешь. Также я выполняла кое-какие задания. В общем, она, кстати, домашние задания дает. Арт-терапия тоже, она проводит арт-терапию. В общем, было достаточно интересно. И я, на самом деле, после уже всего нашего, как занятия, практику, нет, не практику, в общем, занятия, наверное, сеанса этого, уже составила список дел, которые мне нужно сделать, ну, чтобы как-то продвинуться вот по своим, собственно говоря, целям, потому что, конечно же, я застряла по жизни, как, наверное, многие видят и знают, и замечают.
Поэтому хочется работать в этом вопросе над своим прогрессом. Вот, поэтому мне лично было очень полезно и комфортно общаться, на самом деле, человеку, то есть легко раскрываться. Я, в принципе, рассказала вот все как есть, что тоже немаловажно, на самом деле, потому что, мне кажется, не с каждым человеком захочешь раскрыться и рассказать какие-то свои ситуации, свои проблемы и так далее. Вот, поэтому, ну, если кому-то что-то интересно, можете меня еще спросить. Если я что-то вспомню, вам тоже расскажу. И, собственно говоря, можете мне написать, если вам что-то интересно, есть какие-то вопросы. И вообще напишите в комментариях, интересно вам, чтобы я вам рассказала что-то более вот подробно по этой теме, как я прохожу вот такие вот сеансы и так далее. Вообще, интересна ли вам эта тема в данном направлении. И, кстати, кто ходил к психотерапевтам, тоже напишите в комментариях, будет интересно. И, как я уже сказала, ссылочки я тоже вам все на моего врача, кому интересно, оставлю. Хочу поделиться с вами удачной покупкой. Очень красивые, аккуратные трусики. Не раз заказывала на Wildberries, не всегда, если честно, мне нравились трусы. Вот эти очень крутые, они в стиле Victoria's Secret сделаны, мои любимые. И, кстати, тем летом мне не получилось ничего оттуда купить, потому что закрылся в центре Амстердама магазин. Так вот, заказала вот такие вот трусики, это зад. Если что, у них Love. У меня, кстати, есть из такой же серии тоже Victoria's Secret наподобие трусики. Мне очень нравится. И они регулируются. Я взяла размер L, боялась, что будут большие. Но думала, ладно, регулируются, значит, все нормально. В итоге они мне прям, вот знаете, размер в размер. Поэтому смело берите на размер больше. А так очень красиво, очень прочный такой материал. Сеточка хорошо, все сшито, аккуратненько. Добротно очень выглядит. На самом деле, вот можно подумать, что, в принципе, вообще настоящий Victoria's Secret. Вот, ну, немножко мята, потому что только что из посылки вытащила. Спереди идет просто такая сеточка. Здесь тоже все аккуратно, хлопок. Вот. И мне прям очень нравится. И на попке очень красиво, аппетитно смотрится. Они достаточно такие высокие. Они так тут торчат очень красиво. Вот. Возможно, я даже ставлю кусочек себя. Свои попы сзади. Короче, очень красивые трусики, так что рекомендую. Но единственное, говорю, берите на размер больше. То есть, например, я обычно беру M-ку трусы, потому что я люблю, чтобы они более свободные были, хотя бы, в принципе, S. Вот, то это L-ка, вот она мне размер. Поэтому оставлю вам артикл на Wildberries. И также можете в поиске сами поискать Easy Love, и у них очень много красивых комплектов белья.